Приветствую всех зрителей на канале «Стильное вязание» со Светланой Садыговой. Мы продолжаем на этом уроке. На том уроке мы начали планочку вязать на комбинезон. Сегодня продолжаем. В предыдущем уроке я вам сказала провязать 4 светлыми нитками, 4 ряда темными нитками. Теперь мы вяжем край планочки светлыми нитками. Мы вяжем сейчас ряд изнаночными петлями, а на следующем ряду мы будем уже закрывать петли. Это мы планочку вяжем с правой стороны комбинезона. То есть, так как это комбинезон для мальчика, с правой стороны потом будем сюда как раз пришивать пуговички. Так провяжите до конца ряда. Теперь закрываем мы петли. Петли, если на изнаночной стороне вы, то закрывайте изнаночными петлями. Если же на лицевой, то лицевыми. Мы в данный момент находимся на изнаночной стороне. Закрываю я петли так. Вот эту петлю ложите на левую. Потом две вместе провязываете изнаночной. Опять петлю с правой. Переносите на левую. Вот у нас две петли получилось. Теперь мы берем эти две петли и провязываем. Вот ту, которую мы одели, раз, и вторую. Вот мы их две взяли, теперь провязываем одной петлей изнаночной. Теперь опять с правой переносим на левую, эту берем петлю и следующую провязываем изнаночной. Две петли, одну провязываем. Теперь опять так же. И так повторяете до конца, снимаете все петли. Вот мы связали с правой стороны планочку. Планочка получилась шириной 3 сантиметра и длиной 3,5 сантиметра. Теперь точно так, как мы вязали, с левой стороны вы свяжете точно такую планочку. Только окантовку я здесь сделала вот светлую, а там окантовку сделаем такую темненькую. Вот отсюда пойдет темная. И не забудьте для пуговичек сделать дырочки, петельки. То есть через каждые 4,5 сантиметра, 4,2 можно. Сделайте по дырочке. Получится у нас 7 петелек. И комбинезон фактически готов. Потом начнем сшивать детали. Вяжите другую сторону. Вот мы связали и вторую планочку с левой стороны.
Вот петельки для пуговичек маленькие. Вот. Петельки я вам говорила в предыдущих уроках, напоминаю сейчас. Две петли провязывайте вместе, делайте накид. Получается петелька. Это простая петелька. Так, сейчас я вам покажу. Сложу его. Вот я сложила. Получилась у нас обработка этого горловины. Вот идет планочка. Осталось пуговицы пришить. И это нижняя планочка. Это верхняя планочка. Так, теперь детали будем сшивать. Осталось сшить только внизу, где ножки. Напоминаю, как сшиваем детали вязаного изделия. Берете в узле кромочной петли, вот, захватываете так петельку, вот таким образом, видите, получается аккуратно. Так, вот так. Мы резинку сшиваем. Вот так. Вот. И продолжаете. Дальше таким же образом сшивать. Сильно не притягивайте, а то стянете изделие. Так поправляйте руками, если вдруг видите где. Так, сильно не надо затягивать. Вот мы резинку уже там, где резинка, мы сшили. Теперь перешли дальше. Это мы сшиваем вот внизу штанишки в комбинезоне. Вот мы сшили сейчас, видите, хороший шов получился. Также и продолжаете. Видите, я сильно не затягиваю, но в то же время и слабо не делаю. Так, продолжайте дальше сшивать. Так, вот мы здесь вот шов сделали, видите, аккуратно. Теперь мы дошли до нижней части планки, та, которая с правой стороны. Мы сначала ее пришиваем таким же образом, как я вам и говорила, как мы шили штанишку. Точно так вот берете.
Так, мы ее пришьем. Потом будем верхнюю часть сюда же пришивать, чтобы было аккуратно. Так, смотрите. Вот видите, не видно шва. Чуть-чуть подтягиваете, но не сильно, чтобы не стянуло изделие вязаное. Видите? Вот так. Вот мы сейчас сюда дойдем. Так, нижнюю планку мы пришили. Так, вот у нас вот с правой стороны планочка, внизу мы пришили. Видите, ровненько все тут шов. Теперь эту же вот планочку верхнюю, там где вот мы петельки делали для пуговиц, будем ее сейчас сверху сюда аккуратно тоже таким же образом пришивать. Вот. Берем вот за край, цепляем. Точно такой же шов, как я вам показывал, видите? Вот, тоже так. Потом прогладится, вообще будет ничего не видно. Все, оно и так не видно. Потом постираете, прогладите. Вот так, видите? Все, осталось немножко дошить сюда.
Что, видите, ровно, совершенно не видно. Так. Вот мы пришили, смотрите, планочка так пойдет, вот. И здесь немножко мы ее сбоку так закрепим, вот видите, чтобы оно так не это, чтобы фиксировалось. Вот, видите, оно, чтобы фиксировалось немножко. Так. Все. Планочка готова. Сейчас мы тут пуговичка там будет. Сейчас закрепим ниточку. Вот. И тут мы теперь сейчас закрепим ниточку таким образом. Чуть-чуть я тут тоже нитку протянула, чтобы она не раздваивалась. Все. Вязаем, потом концы заделаем. Вот и готовый комбинезон. Осталось пришить пуговицы на планочку. Так, все, я вам показала, рассказала, думаю, достаточно понятно. Благодарю, что заходите на мой канал, подписывайтесь, будет много интересного. До новых встреч, до свидания.